Всем привет! Сегодня я немного расскажу вам об острове Палм Джумейра в Дубае. А на закате мы увидим его с высоты птичьего полета. Не забывайте нажимать на колокольчик при подписке, чтобы не пропускать выход новых видео. Остров Палм Джумейра уникален тем, что в первую очередь это искусственный остров, созданный человеком. Но он соединен с сушей мостом. Строили его при помощи песка и камней с гор. Причем, что пустынный песок для этих целей не подходил, поэтому его добывали со дна Персидского залива. Остров строился для привлечения туристов и инвесторов. И когда открыли продажи, недвижимость тут была раскуплена в рекордные 3 дня. Очень многие знаменитости инвестировали тут в недвижимость. Строительство самого острова обошлось аж в 12 миллиардов долларов США. Добраться на Пальму можно как на машине, так и на публичном транспорте. Помимо резиденции тут очень много ресторанов и отелей, в том числе и знаменитый Атлантис. Также возле набережной The Point построили танцующие фонтаны, схожие на фонтаны возле Бурдж-Халифы. Palm Fountain побил мировой рекорд Гиннесса как самый большой фонтан мира. Первое шоу тут начинается в 6 вечера, а последнее в 10:30, а в выходные дни в 12 ночи. Интересный факт. Недавно тут делали gender reveal на цвете фонтанов для одной известной телеведущей. А теперь пришло время подняться на новую обзорную площадку. Входной билет сюда стоит 44 доллара для взрослого в часы заката, а в любое другое рабочее время 28. Это было бы идеальное место для рассвета, но площадка открыта с 10 утра до 11 вечера, каждый день. Так что мой выбор пал на время заката. Пока мы ждали предыдущую группу, нам немного рассказали историю и интересные факты об острове. Пальма состоит из ствола и 16 ветвей, а для защиты острова от разрушительной силы воды был построен волнорез в виде полумесяца. Примечательно, что пальму построили всего лишь за 6 лет. Ну и вскоре вы уже поднимаетесь на лифте, и все ради этого. Впереди вы видите отель Atlantis, а также правее Atlantis 2. Это новый резидентский комплекс, в котором можно приобрести квартиру за 2 миллиона долларов США, а пентхаус за 10 миллионов. Площадка дает возможность обзора на 360 градусов. В тот день Дубай затянуло дымкой, как это частенько тут случается, но и даже в такой день вид был просто шикарный. Дайте знать, если вам понравился формат такого видео. И до новых встреч. Пока!